Конкурс «Искорка» проводится 11 лет. За это время победы в нем удостоились свыше 2000 воспитанников детских домов и школ-интернатов. В этом году в числе победителей 30 ребят и 7 творческих коллективов. Всего было 11 номинаций. Диана Воробьева отличилась в номинации «Лучший ученик». Стремление, хотелось стать лучшей ученицей. Ну, я даже не ожидала. Радостное событие. Участники «Искорки» друг с другом не соревнуются. Каждое учреждение выдвигает номинантов – один творческий коллектив и 5 воспитанников. Им и присуждают грамоты и призы. Подарки ребятам дарят добрые волшебники. Это севастопольские семьи, школьники, студенты, организации. Люди знают об этом конкурсе. Это возможность сделать доброе дело. Еще в чем особенность? Это в том, что на сцену можно выйти любому, кто окажется добрым волшебником, и лично вручить свой приз. Добрые волшебники из правкома 13-го судоремонтного завода исполнили мечту творческого коллектива «Верные подруги» из детского дома номер 2. Мы очень дружная группа, и нам подарили телевизор. Мы как бы в лагерь въезжаем, и там телевизора нету, и мы заказали себе телевизор. Многие ребята давно мечтали о конкурсе «Искорка» и надеются, что и в будущем году станут его участниками, ведь это для них настоящий праздник. Наталья Данилова, Павел Красиков, Севинформбюро.